Распределение налога на прибыль по регионам обсудили в правительстве страны. В совещании под председательством Дмитрия Анатольевича Медведева принял участие первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Александр Петрович Нефедов. Система консолидированных групп налогоплательщиков работает в регионах уже 3 года. Суть в том, что налог с прибыли крупных компаний идет в казну субъекта, где непосредственно располагается предприятие, а не где оно юридически зарегистрировано. Большинство регионов благодаря этому получили заметную прибавку к бюджету, остальные – компенсацию за первые 2 года работы новой системы. Всего в России уже создано около 1,5 десятков таких групп.